Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале. Обзор на тушь. Стойкая тушь с эффектом распахнутого взгляда In Action. Код ее 43509, серия The One от Oriflame. Итак, футляр. Пластиковый футляр лососевого цвета. Красивого лососевого цвета. Здесь есть аннотация, где произведена, код продукции, ну и, естественно, объем. Объем у нас идет 8 мл. В принципе, стандартная, как и везде. Давайте ее откроем. Причем она, знаете, она не круглая. Она слегка вот такая квадратная. И вот эти углы у футляра, они сглажены, что, собственно говоря, интересно, когда визуально ее держишь в руках, соприкасаешься. Не совсем кругленькая, а вот так вот она, вот ее прям видно. Вот они, видите, здесь как бы совсем срезано, и потом идет стандартная круглая. Логотип The One Stockholm. И давайте посмотрим. Черный цвет, черный классический цвет в одном только цвете. Кисточка. Достаем кисть и смотрим, рассмотрим ее. Кисть идет у нас дугообразная форма, дугообразная и со щетинками. Щетиночки, я бы сказала, не такие частые, они довольно-таки реденькие и длинные, потому что именно вот эти редкие щетиночки создают эффект распахнутого взгляда. Что еще здесь интересно, они идут не совсем по кругу в привычном восприятии. То есть, если приглядеться к самой кисти, то в форме можно увидеть, что вот это ребро, на котором находятся вот эти волоски, затем идет пробел между ними, затем опять ребро с вот с этими с ворсинками, опять идет, вот видите, мы встали на ребро, опять идет пробел, и так вот она по всему полукругу устроена. Что интересно, в этой формуле, в этой туши есть формула устойчивости к воздействию пота. Это не водостойкая тушь, стоит как бы это учитывать, но она стойкая к поту. То есть, если вы занимаетесь там в тренажерном зале, занимаетесь спортом, ходите там в бассейн летом, когда очень жарко, и чтобы не отпечатывалось на веки, тушь. Вот как раз эта формула устойчивости к воздействию пота и присутствует в этой туши. То есть она сохраняет тушь интенсивность цвета даже после воздействия воды. Но это не значит, что мы можем просто взять, окунуться в бассейн полностью или в море, и она не потечет. Нет, она потечет, потому что это не водостойкая тушь, но она стойкая, устойчивая именно к таким незначительным капелькам воды, которые попадет на ваши реснички. Стойкость обеспечивает, как заявляет производитель, компания Oriflame, 24 часа в сутки. И в ней есть формула Active Energy, которая питает и защищает кожу и ресницы. То есть вот такая вот тушь, очень интересная. Я вам дальше покажу, протестирую ее, как она на моих ресницах. Хорошая щеточка, кисточка. То есть здесь у нас достаточное количество туши, которую мы наносим. Например, как я делаю, первый слой я наношу именно вот этим внутренним, скажем так, не ребром, а вот углублением этим, а за счет того, чтобы вот распахнуть ресницы, чтобы они были длинненькие, красивые, вот именно вот этой ребристой поверхностью, где, собственно говоря, вот эти щетинки и есть. Очень удобная кисточка. Здесь вот на конце присутствует такой как бы маленький кругленький ёршик у нее. Это удобно прокрашивать реснички, которые идут у внутреннего уголка
нашего глаза, самые коротенькие, которые всегда очень трудно прокрасить. Ну, естественно, очень удобно ими же прокрашивать нижние реснички на нашем веке. Вот такая кисточка. А теперь давайте посмотрим, как же она, эта тушь, на моих ресницах.